Штормовое предупреждение сегодня объявлено почти на всей территории Казахстана. Дождь, мокрый снег и повышение температуры синоптики прогнозируют в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Жетысусской и Кызылординской областях. В горных районах Алматы возможно подтопление, гололед и сильный туман стали причиной ограничения движения на двух участках дорог. В Карагандинской на трассе Екатеринбург-Алматы, участок от поселка Жумабек до города Балхаш, да, для всех видов транспорта. В Кустанайской области на автодороге Кустанай-Аули-Кольсурган на участке от города Тобыла до села Октябрьска для грузовых и общественных видов автотранспорта. На линии сейчас работает 400 единиц техники и 600 специалистов. На большей части страны метеорологи прогнозируют низовую метель, порывистый ветер и гололедицу. В Астане мокрый снег.